В Саранске продолжаются официальные мероприятия, посвященные 140-летию со дня рождения Степана Дмитриевича Эрзи. Накануне они прошли на родине скульптора в селе Баево Ардатовского района. К юбилею был открыт отреставрированный дом-музей, новые экспозиции, а также выставка из фондов Музея изобразительных искусств имени Эрзи. И, конечно, на родине Эрзи состоялся фестиваль резчиков «Поющее дерево». Теперь там появится аллея парковых скульптур. Татьяна Бебинова продолжит тему. Живые цветы к памятнику Эрзи в селе Баеве. В юбилейный год почтить память великого мастера пришли не только земляки, но и впервые гости из Аргентины. Отдавая дань малой родине скульптора, откуда ведут истоки его творчества, в Буэнос-Айресе все же очень сильно хотят считать Эрзи своим мастером. «После пребывания в нашей стране мы надеемся, — говорит Грациэла Лимарда, — что он приобрел всеобщее уважение, признание, понимание и любовь. Спасибо тому материалу, с которым он работал, кибраче. Ведь каждый раз, вырезая новый виток на этом материале, он считал себя истинным аргентинцем». Дом-музей Эрзи в Баево открывается после реконструкции. Впервые же он был открыт ровно 40 лет назад, к столетию со дня рождения Эрзи. Тогда, вспоминают очевидцы, впервые об Эрзи заговорили в полный голос. Баевцы с энтузиазмом отнеслись к созданию музея своего земляка. Дом построили на средства совхоза, примерно на том месте, где стоял дом Нефедовых. По селу собирали экспонаты для него. Мы сюда приезжали, было очень холодно, лежал снег, но все село, пожалуй, весь район собрался на открытие вот этого дома-музея. И в таком скромном варианте он открылся. И мне очень приятно, что сейчас, вот сегодня, спустя 40 лет, и остался вот тот старый дух того здания, и он хранит теплоту вот тех человеческих рук. В честь Эрзи в новом национальном культурном центре в Баеве открылась выставка скульптуры и живописи из фондов Музея изобразительных искусств имени Эрзи. Образ вдохновенный. Произведения, созданные 30-40 лет назад, представляют, кого и на что вдохновил великий мастер. Академик Дмитрий Тугаринов. Из доставшегося ему от Эрзи куска дерева, кибрача или урундай, сложно понять не аргентинцу. Хотел раскладной стул, но рука не поднялась. И теперь кусок дерева из Аргентины в первозданном виде достается в дар музею в Баеве. Когда меня пригласили на этот симпозиум, вот мой товарищ Володя Трулов, я думаю, вот тут-то я на его родине и распилю. Привез, погрузил в машину, не тут-то было. Не поднялась у меня на него рука. И вот я думаю, ну надо бы что-то, каких денег получить. В результате посмотрел на это все, думаю, нет, вот это вот я подарю, вот это здесь так и останется. Не из кибрача, но из сосны мастера-резчики создали свои скульптуры. За 5 дней реалистичные или очень символичные. Когда кризис и волка только ноги кормят. И полет любви над прозой жизни. И вновь возвращение на землю, к истокам. К Эрзи, к памяти о нем среди баевцев и во всем мире. Татьяна Бебинова, Сергей Бебинов. Наши новости. Село Баево, Ардатовский район.